Всем привет! С вами Малыш и Витус. Здравствуйте всем. Так, ну что же, как видно, у нас парк, автопарк, зоопарк пополняется. Вчера, правда, Ромаха, зараза, одного птера потерял. Сам где-то умер там. Вот. Привезли небольшую армию додошек для яиц. Вот. У нас два анкила, три кошки, три птера, два аргентависа, рекс, скорпион, ну и раптор. Ну, это потом мы еще дополним. Раптор, кстати, которого мы в прошлый раз оставили на несколько суток, он там на плоту так и остался жив. Мы его все-таки привезли. И в честь планеты мы назвали поросенка, чтобы он нам... Не раптор, а скорпион. Ой, скорпион, извиняюсь. И в честь планеты Сатурн мы назвали нашу хрюшку поросенка. Вот видите, у нас Сатурн 125 уровня. Вот, нам какашки дает. И чтобы это перерабатывать все в это. В компосте, в удобрение. Ну вот, у нас такая армия небольшая додошек. Потом, может быть, дополним, конечно. Но там уже видно будет. Вот так вот они классно бегают. Давайте, 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 давайте. Обалдеть. И сейчас, соответственно, будем для них строить небольшой загончик. Ну что же, пока на этом все. Продолжаем потихонечку развиваться, особо ничего интересного. Как пойдем тамить, как будет что интересное, так будем записывать дальше. На этом пока все. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.